В Крыму продолжает свою работу Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». Гостем смены историков стал известный швейцарский журналист, политик и общественный деятель Гим Миттан. С молодыми преподавателями он обсудил тысячелетнюю историю развития отношений России и Запада. Говорили и о ключевых стереотипах. Гость признал, многие СМИ стремятся демонизировать Россию, причем это порочные традиции уже около 100 лет. В ходе дискуссии зашла речь и о российском Крыме. Несмотря на то, что референдум в Крыму был абсолютно легитимен, это не помешало официальным властям ряда европейских стран и их СМИ описывать события исключительно в отрицательном свете, в упор не замечая очевидных исторических фактов. А они говорят, что Крым — это колыбель русской идеи. Но эта правда подавляется, ее не допускают до широких масс, однако она все равно займет свое законное место. Гим Миттан также призвал молодых историков в своей работе основываться на разных и, главное, проверенных источниках информации, а также бороться с мистификациями и искажениями исторических фактов.